14 лет миротворческой операции в рядах частях вооруженных сил России прошли более 40 тысяч военнослужащих. К большому сожалению, безвозвратные потери составили 117 российских солдат. Воздвигнутый сегодня в столице нашей республики памятник миротворцам – это часть нашей новейшей истории, символ нерушимости, дружбы между Россией и Абхазией. Этот памятник, эти ребята, герои России, действительно являются символом мира и гарантией мира на земле. Низкий поклон и большое спасибо, Рудзюкович, вам и всем жителям Абхазии за эту память. Хочу обратиться к молодежи нашей. Наше будущее в ваших руках. Будьте патриотами Родины. Любите Отечество, не забывайте прошлое, ибо вам строит наше будущее.